На протяжении многих лет общественная организация США «Атлеты в действии» проводит в региональном лицее тренировочные сборы для борцов вольного стиля из разных стран. Ежедневные двухразовые тренировки, усиленное питание дает возможность ребятам набраться опыта, узнать новые техники борьбы и, самое главное, подружиться. Набираемся больше опыта и готовимся на чемпионат Европы, чтобы выступить получше, чтобы привезти медаль. Тренировки проходят отлично. Мы всегда рады новым партнерам, новым соперникам. Довольно хорошо тренирует и все хорошо. Понравилось. Чтобы увидеть другую культуру, чтобы подружиться с вашими борцами, тоже нам очень. I think it's been a great experience to bring some of my college guys here, just learn how you guys train, get to know some of these guys and just experience a different culture. Как отметили борцы из Украины, они рады принимать участие в сборах, так как это сплачивает и позволяет расслабиться. Все отлично, доволен всем, все супер. Много разных приемов, общение с разными нациями и дружелюбность от них. Приняли хорошо, обстановка тоже хорошая. Благодарю за возможность потренироваться с людьми из разных стран. В тренировочном лагере принимают участие около 170 спортсменов из 5 стран. Ребят разделили на 3 группы по возрастам. Пока одни оттачивают свое мастерство на ковре, другие проводят тренировки на стадионе. По словам наставников, такие сборы для детей – хороший опыт в своей спортивной карьере. Да, вот эти совместные сборы очень помогают, потому что когда встречаются разные стили борьбы, допустим, американцы, у них один стиль, у них больше рассчитано на физподготовки, на функционалку, а у нас более техничные борцы. То есть, когда при участии на сборе, они обмениваются опытом и идет прогресс наших спортсменов. Мы приехали сюда по приглашению Камрадского лицея в составе 6 человек. Наша задача заключается в том, чтобы дети переняли опыт друг друга, чему-то научились в борьбе, подружились между собой. Ну и тренера тоже как бы повышают свою квалификацию. Тоже мы некоторые уже знакомые, некоторые мы сами знакомимся дальше. Наставник из Америки Стив Барретт на протяжении многих лет приезжает в Гагаузию и каждый раз привозит новых ребят для того, чтобы они обучали наших борцов, да и сами перенимали опыт. Для наших ребят это очень полезно, потому что здесь, хотя это вольная борьба, и у нас вольная борьба, стиль здесь отличается от наших. И мы можем много узнать. Они очень важны, мы не первый год встречаемся, возим своих детей на такие сборы, набираемся опыта, обмениваемся опытом с американскими нашими друзьями и со всеми приезжими. Также дети заводят новых знакомств, что немаловажно, и на протяжении всех лет общаются с ними. Главным организатором более 10 лет является уроженец Гагаузии Георгий Саранди. Проводит он эти мероприятия совместно с региональным спортивным лицеем. Основным посылом является то, что спорт стирает границы и помогает детям из разных стран стать ближе. Наши ребята получают хороший опыт в совместных тренировках с другими командами, с Турцией, с Болгарией, с Украиной есть команды. Вот наши все флаги там висят. И прекрасный лагерь, сбор и матчевые встречи будут в субботу. Сборы проходят в течение недели и завершатся турниром, на котором выявят сильнейших борцов. Затем организация проведет такие же сборы в Болгарии. Зинаида Канцер, Вячеслав Коса, Алексей Герчуг, РТ Новости.